Завершился фестиваль моды в Одессе великолепным саммер-уикендом. Здесь оценивали работы и качество украинской фэшн-индустрии в целом. На мероприятии можно было полюбоваться и удивиться новым коллекциям отечественных дизайнеров и не только. Ведь подиумы постепенно превратились в места для перспективных встреч и делового общения. Одесса Fashion Day – это проект, который нацелен на продвижение украинского дизайнера и в первую очередь некоммерческое продвижение, потому что абсолютно все гости, которые сюда приходят сегодня и вчера были, несмотря на дождь, да, показы состоялись, программа не сдвинулась, все прошло замечательно, попадают абсолютно некоммерчески путем приглашения дизайнерами либо нашим проектом. С каждым годом проект привлекает все больше новых талантов, и это делает его все ярче и интереснее. На этот раз свои коллекции представили такие известные дизайнеры, как Кека, Власна, Бридал Стори и другие. К примеру, Даниил Тимофеев предложил достаточно откровенную коллекцию, одев в пайетки не только девушек, но и парней. Также в одежде от этого бренда преобладает уже привычная для всех полоска. А известный украинский дизайнер Птаха предпочла натуральные ткани, свободный покрой платьев. Тем не менее, найти одежду по вкусу на Summer Weekend смог каждый. С удовольствием наблюдаю за развитием проекта. В этом сезоне много новых брендов, и очень здорово, что развивается география продаж. Потому что, когда проект стартовал, здесь в основном были только одесские бренды. Сейчас бренды из Львова, из разных регионов. А пока по подиуму ходят модели в экстравагантных нарядах, а дизайнеры предлагают новые тренды, гости делятся своими наблюдениями и предпочтениями. Прогнозы на новый сезон осень-зима у всех разные. Кто-то уверен, что в моде будет легкая небрежность, кто-то, что натуральность. В моде такой вот городской шик, который базируется на миксе уличная мода и немножко гламура. То есть также в моде оверсайз, большие объемные вещи. И неважно, сколько вы весите и какой у вас размер. Фэшн-индустрия всегда была культурным явлением на любителя. Ведь далеко не всем украинцам понятно, что хорошего в настолько экстравагантных нарядах. Но оценители высокой моды, которые собрались на мероприятие, стали им крайне довольны. Они убеждены, украинская мода не стоит на месте и постоянно развивается.